я хочу, чтобы Юра вернулся. Да там, ты просто про меня гадости говорил. Я такого не говорил. Ничего, не лохушка, ничего. Не, ну ты меня выставил на всю Россию очень хорошую. Выставлял. Да как я сам себя выставил. Те, кто дебилы, они так и сделают свои выводы. Те, кто нормальный, скажут, что у парня и парень дебилы. Я себя, прежде всего, выставил хабалкой. Да, ты выставила меня перед мамой. Мне мама пишет, говорит, ты, надеюсь, не с этой девушкой. Говорит, просто, говорит, сын, ты что, вообще не надо с такими общаться. Я себя выставила плохо. Прежде всего, а не тебя. Я себя выставила. Какая-то хабалка. Ой, что происходит? Едем на шоу. Всем привет! Как мои дела? Дела супер-супер гуд. Лучше всех. Здесь Сережа. Тренер Сергей. Два Сергея сзади, посередине исполняются желания. А это вот сама залезла просто в машину просто. Сесть, чтобы ее да. Колдунья просто, ведьма. Плохо слышно, сейчас вот так будет. Сейчас хорошо слышно, нормально все? Ну да, не русский. Да. Привет, привет, как дела? Что-то какой-то я побитый. Звезда, да. Пизда, а не звезда. Маш, привет. Вот. Как видите, я сегодня не в сметане, не в соке. Никто мне не испортил одежду. Змея ко мне в машину села, не могу выгнать ее, бля. Че ты пересела наперед? Сзади же нормально ехала. Мы просто дружим, общаемся с ней, правда. Мы решили просто дружить, общаться. Ну я сейчас могу врезаться, хорош. Что-то, кстати, проплавь, смотри, там ГАИ стоят, что-то плохо все едет. Да, всем еще раз привет. Ну как, рассказывайте, давно не было нас в эфирах. Девчонки, присмотритесь вот к этому парню. К этому не надо. Он уже там нашел себе смотрящую женщину за ним. Но ее еще нет на проекте, но... Скоро будет. Но скоро будет, да. А вот это просто нереально классный чувак вообще, просто. Честно, за ним будете как за горой. И всегда будет хорошее настроение, хорошая фигура. Красивый, крепкий самец, хорошо так размышляет вообще. Я его заберу вообще. Да, забери, пожалуйста. Сереж, а можешь забрать Кристину? Я клянусь, я благословлю вас. Я просто вот, блин, я молиться буду на вашу пару. Я клянусь вам просто, а. Что надо, блин? Давай карту Сбербанка, переведу денег и заберешь. Сколько денег тебе дать, чтобы ты ее забрал, а? Скажи, пожалуйста. Братан, за нервы вперед тебе плачу, за этих на... Как его? На психологов и так далее. Лям, да, лям, бля, слышишь? Лям по полям. Лям. Я вот тебе черебос прям сейчас, не задумываясь, перевожу и все. Кристина прыгает на заднее. Да, 10 тысяч прыгает. Да это к Сереге моральная компенсация. И все, не больше. На курочку ему, на свежую, да, чтобы он курочку протеина купит, вот, чтобы быть всегда сытым, чтобы не злиться на тебя. Хоть мой мужчина всегда будет сытый, не надо. Привет. Да, и твой мужчина всегда будет сытый, но он будет голый всегда. А если он красивый, потому что зачем все ему вещи, одежда? Все вещи будут испорчены. А зачем ему одежда, если он просто, красивый? Блядь. Кожные куртки не покупайте, пацаны, если вы в отношениях с Кристиной Церковной, блядь. Вот, и трусы вам не нужны, они становятся рваные и розовые просто. Рваные, это не для меня. Да, рваные, розовые цветы. Рваные, это не от тебя, да. Ты их пропукал. Да, пропукал, конечно. Как кормила, так и вышло. Вот. Она тебя горошком кормила? Горошком там, да, чем только это. Ганбанк, ё-моё, ну тихо, я еду за рулем. Хватит, Кристин, все. Мы с тобой друзья, все, нет. Хватит, друзья, ну правда, все. Серег, я сейчас, блядь, в машину у вас, все, Крис, брат, ну хватит, все. Ну не смешно уже, брат, безопасность, едем, давай, все. Едем, общаемся, мы сейчас тебе найдем нормального парня, достойного, красивого.
Бля, я с Юрцом на короткой ноге, да, ему скажу, Юрец, она, бля, реально нормальная девчонка. Все переосмыслила, а она очень знает, хочет, какая я девчонка. Он очень хочет твоего возвращения, блин. Кто такой Юрец? А это ее бывший. Да, хочет вернуться? Да, он не так сильно. Подожди, стоп. За проезд кинулись, за проезд вперед передаем. Я не понял, слышишь? Мне на проезд передаем, вперед денежки за проезд передаем. Я что-то не понял. У меня парень таксист, я бесплатно езжу. Где у тебя парень таксист, я не пойму. Ну, бывший. Я не познакомил. Бывший. Мы с ним встаем в одном автопарке. Бывший. Вот, бывший парень, девчонки, если что, пишите в директ, мне свободный самец. А что, там мальчиков нету, что ли? Мне нет. Да, у меня одни девчонки вообще, реально. Если нормальные чуваки есть, реально Кристина крутая чувиха. И даже если девчонки есть, она, кстати, не против с девчонками тоже общаться. Но на это я бы тоже посмотрел, если честно. Меня за эти третьим. Вот. Едем на шоу ББ. Вот, настроение нереально крутое, отличное, прекрасное, великолепное просто. Будем зажигать. А еще хотел сегодня заехать трусы купить, вообще трусов не осталось, блин. Скоро голый буду по поляне ходить. Ладно, все, шутки шутками. Есть какие-нибудь вопросы? Давайте. БДСМ. Да, всем одни девчонки. Как я молчу, игнорю? Я никого не игнорю, я всем отвечаю. Здрасте. Всем отвечаю, все хорошо. Не надо. Конечно, я всем отвечаю. Я очень добрый, приветливый, общительный человек, правда. Вообще пипец. Ты за проезд за двоих передаешь, потому что ты просто сзади все сиденье занял. Ладно, так же быть, Кристина вечером натурой отдаст за проезд. У меня сухой загон, я не занимаюсь. Не, мы все, мы реально просто друзья. Хорошие друзья, кайфуем, да? Какие мы друзья? О чем мы? Ага. Она чисто просто будет жрать мне, готовить, не более того. К вещам ее нельзя подпускать. Ладно, я тебе жрать готовлю, а ты мой личный водитель. Юлианка денег просит. Да. Что за Юлианка, какие деньги, я не пойму. Сэм и Настя вместе, да, они сошлись. Они сейчас поехали в ЗАГС расписываться. У них любовь, гармония, они планируют детей. Харяш не подпишется ни на кого, потому что он сказал, что он забыл пароль от Инстаграма. Орлова от Кадони, да ты чё, нет, конечно, они даже не встречаются, и просто там это даже невозможно. У всех, ситуация. Что ли, вопросы одинаковые? Да. У меня такие же вопросы. Не-не-не, Кадони и Орлова это просто две разные баррикады, поэтому нет. Привет! Блин, мне надо было не отправлять на шоу, мне все лицо блекло. Да. Yeah. Добрый день добрый. Так, давайте рассказывайте, кого вы на проекте ненавидите, кто вас прям раздражает, вы прям не любите. Так, добрый день, на чем там остановились? Кого вы ненавидите на проекте больше всего? Кто вас раздражает? Прям просто вы хотели, чтобы прям вот выгнали с проекта или прям что-нибудь сделали? Кудряшов раздражает. Братишка. Рапунцель раздражает. Ябаров Дмитрий, Оля Рапунцель. Баля. Захаряш гнилой. Не, Захаряш классный чувак, кстати, правда вам говорю. Он только притворяется. Он гнилый. Просто притворяется, но он реально четкий, нормальный парень. Серьезно вам говорю. Стецевят нормальная. Стрелков, Рапунцель, Аленка, Майя, Леша, Купер. Но мнения расходятся, реально. Я смотрю, что мнения очень расходятся, действительно.
А кто больше всех нравится вам, скажите, пожалуйста. Самый топ, топчик, прям вообще, вот прям номер один, прям первое железное место, Оскар прям. Захар, Захар. Так, кто еще? Да, у Захаря же чувство юмора классное. Да он вообще классный чувачок, серьезно вам говорю. Захаряш. Захар, Захаряш, топчики, короче. Ну все, вообще. Я ценю. В принципе, насчет Захара я не уверен. Он неплохой парень, наверное, да? Но я бы, конечно, в топу вообще не ставил бы. Вот. А Захаряш, да, вообще базара ноль. Ой, ну не, ну спасибо. Сэм, Сэм, базара ноль. Вот Сэм, да, красавчик. Захаряш, красавчик, вообще без базара. Девочек. А из девочек скажите, кто самая вообще плохая, самая отстойная? Ты пишет. Бля, неужели сейчас он сюда встанет? Кристина. Спасибо, я знал, я знал. Кристина самая тут отстойная женщина проекта. Надо ее выгнать в субботу, согласитесь? Мне кажется, она уже устала на проекте, ей пора идти домой. Ой, что меня ушат укачало. Потому что ты в телефоне сидел. Да, да, да. Так, ладно, мы приехали на шоу. Все, всем со всем было приятно пообщаться. Сохранить эфир или не надо? Что думаете? Не надо. Давай, ладно, сохраню. Не надо.